Всем привет, дорогие зрители, он с территории Перезла. Сейчас я хочу начать новую карьеру за новый Зенит. Так долго этого ждал, дорогие зрители. Так долго ждал, что в Зените опять все будет хорошо. Что придет наконец долгожданный правый вингер Артур. Что придет Педро. Придет Нина. Придет Адамов. И команда будет командой. И набором футболистов команды. И вот за эту команду я хочу сыграть сейчас. Играть буду на самом высоком уровне сложности. Профессионал. Будет очень непросто. Как бы непросто ни было, я все равно буду знать, что это наше, что наши будут пытаться изо всех сил. Какое бы место этот Зенит не занял. Все наше. Конечно, хотелось бы первое. И вот Педро бежит. Сразу же первый же тур матча с ССК. Тяжелейший. По психологии тяжелейший матч с ССК. Артур. Кроет его Мойзес. Он у Малкома сжирал. Но Малкому ничего сделать не давал. Шартура. Хорошо. Мойз. Ошибка. Можно подловить ЦСКА на ошибке. Артур. С правой. Как слабо. Или так. Прессинг давит. Зенит давит. Давит. Парил здорово. Педро. Пивац ЦСКА. Жесточайшее сопротивление. Просто битва титанов. Самое главное сражение моего детства. Здесь ничуть не меньше страсти, чем тогда. Лет 10 назад. Сергей фол. Это фол тактически. Келвин. Первый тайм позади. Почти. Артур. Есть еще время на одну атаку. Педро. Артур, Клаудиньо. Все. Нет больше времени. 0-0. Первый тайм. ЦСКА дает очень существенный бой. В принципе, рассчитывать на что-то иное было глупо. Потому что это ЦСКА. Дайла. Педро. Артур. Нет, такого где не было. А вот Артур. Давлеет на Мойзеса. Да. Этот ЦСКА даст очень немного шансов, если вообще даст. А это Фернандес. Бывшая легенда ЦСКА. Успевает отработать сзади. И начинает опасную атаку. Артур. Выигрывает немного времени. И дает на Марио. Марио. Клаудиньо. Не очень точный пас. И тем не менее аут. И замену в Зенита. Выйдет Ильзат Ахметов. И выйдет Матео Кассиро. Еще один бывший игрок ЦСКА. Еще один игрок, который раньше был бывшим для Федотова, он играл в Сочи. Там, где Федотов тренировал нынешний тренер армейцев. Артур хорош. Выкрал мяч Мойзеса. И запрос на Кассиро. Удар Кассиро, Кенфеев. И добивание тоже Кенфеев. Да, Кенфеев собаку съел, потому что удар отбивать.
Ну, будет еще шанс у Зенита. Пошлю удар в створ. Концовка матча. Киоган. Дайла. Файзулаев. Теперь уже ЦСКА раскатывает мяч. И все, 0-0. Без голевая ничья. Очень много нервов. Дерби с ЦСКА это вещь в себе. Спартачи подтвердят. Второй тур Зенит Урал. Ровно тот же состав, что заканчивал игру с ЦСКА. Хотя, ладно, Клаудини пускай выйдет. И Мостову из первых минут. Надо Мостову начать поиграть. Каштанов. Вот. Кассира. Я напомню, что играю на самом высоком уровне сложности, профессионал. Поэтому тут каждый матч будет тяжелейшим. Егорычев. Кики. Нина хорош. Кассира. Мостовой. Кассира. Клаудиньо. Вроде выбивает мяч Зенит, не хватает самую малость. Самую малость, чтобы вырваться на простор. Из этих тисков защитных. Ой. Слишком сильно пробросил на кассиру. А вот так. Дошел мяч до Матео. И в ближний. Головой. И розыгрыш. Пас на ближнее. Удар, добивание с метра, гол. Кассир забивает. Зенит открывает счет своим голам в этой карьере. Браво, Матео. Браво, Зенит. Наконец-то он забил. Позаводил с мячом, но Клаудиньо хорош. Все на того же Артура. Удар Артура 2-0, великолепно. Между первым и вторым промежуток небольшой. Здорово принял мяч Артур. И как же играющий он расправился с Помазуном. Дали свободу Зениту, и тут же 0-2. И опять Артур. Ну вот тут офсайд был. Молодец, Мостовой. Молодец, Зенит. Не успокоился после первого гола. Правда, тут Нину пустил за спину. И Родригао. Кто сам страховал. Стой! Герой! И Артур поскользнулся, защитник. Артур поехал, нога у него похожа. Не туда он сделал пас, как планировал. Тем не менее 2-0. Тем не менее 2-0. Питер ведет. Неплохо вышел Мостовой. По мере сил пытается. И удар. И Клаудиньо. И можно добивать. И угловой. Важно забить много. Забью много, дальше будет полегче. Дальше рейтинги накопятся, звездочки. Рейтинговые опять же. 3-0. Венал забивает свой первый гол в этой карьере.
и замена у Зенита. Выходит Педро и Сергеев. Громим Урал. Замечательно, просто громим. Но особенно рад, что забили Кассиера и Венал. Два самых важных игрока Зенита осенью. Ну и Артур, самый важный игрок весной. Петра. Великолепно. Дубль Артура. Как разыграл Зенит. Просто доверного. И шедевральный удар. Просто шедевральный. Спасибо, Петра и Сергеев. Как выкатили. 4-0. 4 мяча Уралу. Уже во втором туре. Кики. Молодец, Родригао. Педро. Это еще не все. Педро. Он почти прошел Мамина. Герасимов. Сесе. Фернандес. Снова в сторону Артура. Артур нарушает правила. И почти цепляет мяч. Почти перехватывает его. Но почти. Урал. Отвечает опасным моментом. Артур. Удар. Хет-трик Артура. Педро голевой пас. Артур великолепно начинает с Зенит. Трико. Зенит Урал 5-0. Просто шедевральный матч. Третий тур. Пари НН. Зенит. Зенит едет практически полностью в боевом составе. Только Клаудини начнет матч Славки. Дабы дать время Кассиере. Кассиера в сторону Артура. Артур достает мертвейший мяч из-за боковой, но там никого из партнеров не было. Карапузов. За Турбо. Сиен. За Турбо. Фол Родригао, это пенальти. Сам же за Турбо будет бить. Он очень хочет Зенит. И он забивает Зениту. 1-0. Очень быстрый и очень неожиданно повел Нижний Новгород. Вот вам и за Турбо. Кассиера и Педро. Педро 1-1. Молодец, Кассиера. Он сделал этот гол. Да. Достаточно быстро отыгрался Зенит. Теперь уже Педро отбирает мяч. Теперь уже Венал был близок к тому, чтобы вывести Кассиеру 1-1. Там просто какой-то героический защитник распластался и помешал этому пасу дойти. До свободной зоны Демасиен подает. Родригао. Педро. Куда-то в сторону Кассиера. Да. Не очень адресно играет Кассиера, и Дуглас Сантос валит на желтую. 1-1.
Я даже скажу, что небольшое преимущество игрового нижнего. Но вот Артур. Артур убегает один на один. И Артур забивает. Красивейший заброс за спиной, Артур. Делал то, что любит. Положил мяч в верхний угол ворот. Ой, Ахметов. Желтая. Ну, не успевал уже откровенно Ахметов. И опять Ахметов. Красная прямая. Ахметов любит красную получать. Но сейчас такой момент. Самый неподходящий. Зенит остается всего лишь с двумя полузащитниками. Еще Дугласа Родригала на желтых. Каравай вместо Дугласа выйдет. И выйдет Иракович вместо Родригала. Артур опустится на поясу полузащитника. Притом уйдет налево. Но падение будут Педро и Кассиера. Сдвоенный центр нападения у Зенита. Баселли. Артур с правой. Вот Артур, здорово. На Караваева. Караваев непривычный для себя позиция. Не прошла проникающая передача на Педро. Нижний разыгрывает в большинстве. Вендол желтая. Ильзат Ахметов очень подвел Зенит. Нина великолепно сыграл в подкате. Ну каков же Адамов? Каков же Адамов? После грубейшей ошибки защитника, вернее, после несчастного случая. Денис Адамов не растерялся и вытащил мертвейший мяч. Это кто-то должен был забивать. Баселли. Баселли должен был забивать. Артур тянет время отчаянно. 15 минут еще играть плюс добавленное. Артур. Обводящий. Еще один ударник Матули на месте. Да, сейчас мог Артур заканчивать этот матч. И вот он делает передачу на Педро. Это офсайд. Обиднейший офсайд. Кассиера мог убегать сам. Нино. Вот Кассиера убегает сам. Берет на себя. Бьет поворотом. И Педро загоняет третий. Все. Тяжелейшая победа в нижнем. Тяжелейшая. В меньшинстве. И Педро забил свой дебютный гол с Зенит. Даже два. Дубль Педро, гол Артура. 7 очков, Зенит лидер таблицы на данный момент. Зенит факел, кубок я играть не буду. Первый домашний матч. Один ноль, Зенит выиграл. Благодаря, кстати, голу Ахметова.
Четвертый тур Зенит Рубин. Выйдет на поле Коваленко. Коваленко выйдет на поле. Ну и Дуглас Сантос, Родригал, конечно. Жоэль Фомие. Сейчас он уже в Балтике. Сорокин. Войчич. Барилс. Молодец. Педро не включился. Педро выключился из игры. Так мог убегать сейчас Педро. И вот сейчас может. Может. Мимо. Не совсем додачу скинул кассира. Педро тяжелейший мяч выудил. И на точность удара сил уже не хватило. Иву. А он зарабатывает. Рубин в реальности играет с Зенитом в Питере. В 20-х числах апреля. Ой, какая ошибка Адамов. Героический сейв. Героический сейв. Фомия обязан мог забивать. Вот этим Адамов отличается от Киржакова. Киржаков таки не тащит. Адамов тащит. Иванов. Выбивает Сантос. И тут же нарушает на Педро Мусаев. На желтую. Рубин отрывает ноги. И все равно заброс. Еще одна желтая. Это красная. Рожкову красная. Рожков правый защитник. Рубин будет без правого защитника теперь. И уже сразу опасность смертельная для Рубина. Обязан был забивать кассира. Но ему не дали добраться до мяча. Если добрался, то был бы гол. Рахманалиев. Иванов. Подает. И убивает Зенит. 0-0. Во втором тайме у Питера очень хорошие шансы. Появляется на поле Клаудиньо. Вместо Педро Андрей Мостовой. Артур чуть в оттяжке будет. Клаудиньо. Клаудиньо. В ногу в опорный мяч попал, похоже. Олег Иванов. Моналиев. Сантос. Ну, на одного лишнего игрока это, конечно, аргумент существенно в пользу Зенита. Мостовой. Ой, какая ошибка. Удар кассира. Кассира. Почти. Все равно он убивает мяч. Все равно забивает. 1-0. Доигрался Рубин с разыгрыванием возле ближних ворот. Мотал кассира забил важный гол. Очень.
Клаудиньо. Войсич. Евтич. Рыбусь. Родригало. Мусаев. Рубино полностью оголен правого фланга обороны. Зенит на правом фланге обороны стоит гребаный тормоз Фернандес. Столы. Клаудиньо. Сера. И Клаудиньо. Великолепный гол. 2-0. Просто раскатали Рубин в меньшинстве. Но они, конечно, борются знатно. Не нарушает правила. Штрафной на последних минутах. Рахмуналиев грузит вглубь штрафной площади. Нина не убивает мяч. Даркаев отквитал один. Отыгрывает один, но это все. Зенит обыгрывает Рубин. 2-1. Даже поздний гол Казанцев не спасает их от поражения. 10 очков, 3 победы на ничья, 0 поражений. Пятый тур Оренбург-Зенит. В Оренбурге играть будет очень тяжело. Кассира не выйдет на поле вообще. Он вне заявки сегодня. Пьедро только с лавки появится. И то не факт. Потому что тут искусственный газон. Зенит будет сразу без двух лидеров нападения. Арсенадалов. Игрок Зенита, играющий в арене за Оренбург. Титков. Мансилия. Гюрлюк. Марин. Как съездил в Оренбург в реальности Зенит, я лучше вспоминать не буду. Клаудиньо. Великолепный гол. Клаудиньо забивает потрясающие мячи в последнее время. Что Рубину, что сейчас. Просто шедеврально. Уже на 14-й минуте. Без шансов. Просто без шансов для Кенекина. Артур. Артур. Замечательная прострельная передача. И Сергеев с разворота головой. Это Артур так подает. 2-0. Мостовой. Да, это Артур. Голевая передача. В сторону от вратаря закрутил. Андрей Мостовой забил. По-моему, первый гол в этой карьере. Артур. Замечательный пас, но Кенекин. Зенит очень сильно играет по стилю, по содержанию. Зенит очень непросто на самом деле против многих играть. Ой, Сантос, пенальти. Тут я не успевал, Сантос, он не прав. Мансилия против Адама. Не точно, да, хотя угадал. 1-2. Оренбург отыгрывает один мяч. Отквитывает. Артур.
столы. Сергеев сам решил пробить. Лукас Вера. Второй тайм будет очень интересным. Очень интересно будет второй тайм. Вендл сразу же дарит мяч на Джимми Марина. Что-то о чем-то говорит Песчанин. Песчанин уже в крыльях. Здесь он все еще в Оренбурге. Сергеев. Клаудиньо. Сергеев не успел. Мансилья. Выход один на один. Адамов. Молодец, Сантос. Молодец, Клаудиньо. Молодец, Артур. Все молодцы. И мостовой. Три. Никто не держит мостового. Он просто идет и бьет. И интриги в этом матче больше нет. Во всяком случае, пока. Не ожидал удар Кинекин. Откровенно. Ну вот он. Зенит и силен. Мне может выстрелить абсолютно кто угодно. Сегодня это Артур. Завтра это Клаудиньо. Послезавтра мостовой. Ой, какая ошибка. Родригао. Сейчас мог Гюрлюк забить. Второй. И так ошибка все равно. Клаудиньо. Здорово, Сергеев распоряжается мячом. Вендал. Да, заканчивается потихоньку матч. Лукас Вера, выход один на один будет? Нет, не будет. Родригао желтую получает. Срывает атаку. Ну и все, 1-3. Уверенно победа Зенита в Оренбурге. После 5 туров у Зенита 4 победы, 1 ничья и двоевластное первое место с Динамо. 6-й тур. Зенит Крылья Советов. На крылья выйдет Педро. Артур выйдет на свои привычные позиции. Писарский. Центр форвард крылья Владимир Писарский. Начинает с центра пуля. Педро. Как вгрызается в этот мяч. Но все-таки не достает его Фернандес. Артур. Замечательно заброс в сторону Петра. И Артур забивает гол. Это гол имени Петра. Петр доборолся за мяч до конца. Замечательный гол. Трудовой, рабочий. Сергеев. Еще один момент для гола. Это Педро подает. Горшков. Сергеев. Очень хорошо знает Горшкова. Убирает него мяч. Почти выбивает его. И у Евгеньева тоже. Зенит очень... Ой. Очень активно прессингует. Очень... Настолько активно, что прям нарушает правила.
пытается зацепиться за мяч. Очень высокий прессинг, очень большое количество нарушений. Попытки выбить мяч у проворных самарцев. Бабкин. Вынесение. Ух ты. Кого-нибудь самого Клаудиньо обвел. Клаудиньо растянулся перед ним в подкате. И вынесение не испугался. Педро и Сергеев, смотрите, если бы Венов еще включил свой эпизод, то мог быть второй гол, подобный гол Артура Вичугов. Вичугов, Пижон Сантос. И это Пижонсон оказывается вот так почти. А там его выносит. Просто выносит. Один ноль после первого тайма. Сергеев. Артур. Артур. Ух ты. Просто замечательный дриблинг. И Педро. Как же хорош Педро. Хоп. И двоих уже нет. Просто еще раз. Хоп. На противоходе. И двоих уже нет. Двоих защитников опекунов уже нет. Еще раз, Педро. Как пацан вошел во вкус. Венул. Перекладина. Вот это зенит. Еще раз смотрим. Венул сходу проверяет каркас на прочность. Сергеев-то не слабее Кассьеры. Ну и то, что сделал Педро в эпизоде со вторым голом, это шедевр. И опять на него пас. Опять Педро. Раскочегарился Педро. Молодец. И Сергеев. Почти 3-0. Это было очень близко к 3-0. Еще раз смотрим, как Петра ушел от настырного защитника. Просто вот кто-то чуть не руками хватал. Петра все равно взял, ушел. И опять Петра. Он неостановимый. Нет, все-таки... Все-таки кто-то его смог остановить, но все равно... Все равно Петра. Петра! И Артур! Это похороны. Педро не только сам может, он еще и вот так. Ух! Какой же сильно поставлен удар у Артура. Дубль Артура! А вы говорили, зачем его брали? Вот за этим. Чтобы он вот такие пушки клал. 3-0 Зенит Крылья. 3-0 Зенит Крылья. Артур 6 мячей. Педро 3. Ответный кубковый матч Факел Зенит. Его можно сыграть в принципе резервом. Педро на поле не выйдет. Выйдет Мостовой, выйдет Монтуан, выйдет Изидор, Ахметов, Васильев, Коваленко, Иракович, Алип,
Караваев, Киржаков. Практически полностью резерв появляется на поле стадиона Воронежа. Только Дуглас Сантос игрок основы. Остальные все лавочники, которые не выходили в матчах основного состава, много времени мостовой. Мостовому очень понравилось забивать в Оренбурге. А забил Монтуан. Первый гол за карьеру. Как раз после навеса мостового. Да. 8-я минута. Зенит выбивает факел из кубка. В принципе, это можно уже сказать отчетливо. Щуров. Бельнов. Васильев на Монтуана. И Монтуан с носка. И мостовой. Как-то мяч закрутился не так. Возможно, хотел Андрей. Чего Александр не назвал. Изидор. Почти 0-2. На ровном месте Изидор отобрал мяч. Сам себе создал момент. И сам же не забил. Изидор вообще, по-моему, не появлялся на поле. Матч чемпионата. Сантос замечательно по сторону мостового. Зидор. Ковленко. Изидор 1-1. Изидор не забивает. Поэтому он не уходит, в принципе. Коваленко. Красная. Судья решил добавить перца игре. Добавить интриги. Вот так. Мендель. Ну и все, 0-1 после первого тайма. Но факел в большинстве. Вообще странно, что теперь такие фолы трактуются, как фолы на красную, но... Ладно. Жрал большой, ему видней. Максимов. Не пробивает Киржакова. Монтуан. Стой! Какой же красивый гол. Какой же красавец Монтуан, что выдал передачу на мостового. Ну и удар шедевральный. Что-то в стиле Марка Гамшка. На Евро 16 года. Немного с другой точки. Другую траекторию, но все равно от штанги в ворота. Факел пытался ответить. Максим Максимов не забил. Но Зенит тоже точно пройдет дальше. Вопрос только с каким счетом. С тобой. Васильев. Опорник Васильев бежит вперед, Изидор находит мостового. Мостовой зарабатывает угловой. С углового Зенит забил третий. Васильев. Дебютный гол за Зенит. Поздравляю, Дмитрий. Ну и... Питер громит факел Воронежа. Резерв Зенита. Даже не основа. Снова готовится к следующему матчу чемпионата.
играет резерв, резерв выигрывает 0-3. Столой. Здорово, мостовой. Вот это здорово, и Ахметов. С левой. Это было шедеврально. Это угловой. Подача. Ух. Ахметов. Еще одна подача. Изидор. Изидор запихивает четвертый мяч. Ну, Изидор даже тоже заслужил забить. 0-4. Хотя мостовой. Мостовой такой еще не хотел помешать этому голу, но мяч все равно проскочил четвертый раз в ворота Воронежа. Молодец, резерв. Просто великолепно сыграли. Мантуан, мостовой, Васильев, Изидор. Настоящий праздник подарили Зениту. Седьмой тур Зенит-Балтика. Теперь основа. Снова выйдет на поле. Но, конечно, мостовой заслужил место в старте. Сегодня мостовой выйдет в старте. Нина Родригава. Ну и Караваев тоже. И Киржаков. Киржаков стояла на ноль. Вот еще пару тяжелых мячей. Один, во всяком случае, матч в основе «Зенита» он точно заслужил провести в чемпионате. Может, и больше. Кассиер замотался в мяче. Аванесян. Столой. Сера. Тур. Тур тоже замотался в мяче. В свою упадает. Аванесян. Столы. Уводит Матео. И все-таки отскок в пользу Зенита. Но Артур не дорезал мяч до мостового. Нарванин, какая-то не игра пока что. Сначала одни владеют мячом, потом другие. Мостовой. Артур. Ошибается. Тяжело с Балтикой. Вязкий стиль игры у Балтики. Ой, какой пас от Караваева! Мостовой бежит. И тащит мертвый мяч латышонок. Мертвейший. И все равно угловой. Еще раз смотрим. Мостовой. Какой пас от Караваева прошел. Тур. Вырезает, но все равно 0-0. Зенит. Под конец тайма оживился. Замену будет делать Зенит. Педро и Сергеев выйдут на поле. И вот уже Сергеев вступил в борьбу. Артур потерял мяч. Очень компактно действует Балтика. Очень тяжело Зениту.
Ой, какой пас! И перекладина. И Сергеев. И Сергеев. Желтая Петра. Как же, черт побери, хочет Зенит забить. Клаудиньо. Сергеев. Ой, вытаскивает Латушонок. Просто подальше выносит мяч вратарь. Венел. Педро, 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 Педро. Гол. Педро. Какой же ты красавчик. Наш пацан. Вендел, не торопись, Вендел. 2-0. 2-0, как же важно было именно сейчас забить второй, просто убить интригу. Все эти мысли о том, что, ой, Зенит может потерять очки. 2-0, Зенит. Педро и Вендел. И дальше давит, 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 давит Зенит. Желтая Клаудиньо. Просто кошмарит оборону Балтики. Ни на секунду не даем расслабиться. Вот последняя атака Балтики. Офсайд у Пряхина. Все. Не будет у вас 2-1, как с Рубином. Вернее, как у Рубина. 2-0. В сухую мы вас стымили. Кал. После 7 туров Динамо идет вровень с Зенитом. 8-й тур, тяжелейшая битва в Черкизово. Тут кассира. И Коваленко. Хотя нет. Кто может выйти? А давайте Изидора выпустим. Вместо Артура. И мостового вместо Педро. Экспериментальный состав. Но на Изидора надежда определенная есть. Потому что это, вот это бывший клуб. И Изидор сразу же. Сразу же в давление идет. Столой срубает. Зенит давит. И многие Зенит додавливает. Он борется желтая. Карпукас. Подача. Молодцы. Ой, Караваев, какая ошибка. Тут фалит Пеняев. Тут не прав Сергей Пеняев. Зидор. Сампушникова. Вендел, Зидор в касание. Кассиера. Бьет Матео. Штанга, добивание. Лантратов. Как повезло Локомотиву.
Как пластается зенит. На каждом метре. Динамо идет вровень. Динамо точно так же грызется в каждом матче. Миранчук забивает гол. Зидор. Аут. Желтая кровава. Быстрее Локомотив пока. Уже 1-5 по фолам. Отбился зенит, впереди второй тайм. Все-таки Артур, Педро, Васильев, Фернандес. Четверная замена. Васильев впервые, мне кажется, в чемпионате играет. Но убавился риск получить красного. Ой-ой-ой, Фернандо спас. И Педро бежит. Педро не смог сбавить скорость. Клаудиньо. Вендал. Педро. Кассиера. Ах, какие ж суки. Просто летают, блядь. За весь Москва-бат летают по полю. Пидоры. Пидора. Кассира. Удар с носка. Аут. Не сдается зенит. И Кассира пропихивает. Пропихивает жизненно важный мяч. С разворота. Так что Лантратов не успел. Хваленый Лантратов не успел. Вендал до конца. Все до конца. Васильев каждый мяч. Педро. Ошибается. Или вернее, Вендал не до конца. Прибежал. Артур! Артур! Сантиметры. Грёбаные сантиметры отделили мяч от гола. Как сражался зенит. На каждом участке поля. Просто задавили паровозов. Задавили. Но и Динамо тоже сыграл в ничью. Тоже в ничью. Миронов, спасибо огромное. Огромное спасибо, Ростов.